Ну, там будет целый день проводиться. Говорят, до 6 вечера испытания будут проходить. Здравствуйте. Опять тоже не очень понятно. Николай Алексеевич должен в этой неделе приехать. Я с ним вчера с таким трудом кое-как дозвонился. Но знаете, что самое интересное? Если не получится... Здравствуйте. Если не получится установить на номер... Кстати, не лето, приезжает не этого числа. А он будет 12 сентября, 2 сентября или 12. Да, Киселёв уже сказал. Да, вот такая... Зайдете, посмотрите. Да. Проходите, конечно. Если есть возможность разуйтесь, можете на диванчик присесть. А, в общем, в чем идея, да, вот идея. Допустим, заявляемся утром, приходим, заявляемся, смотрим информацию. Например, сразу смотрим у нас, что идет... Да, что идет первое. Допустим, первое идет личное, да, выступление личное. Например, Маркушов, Солоницын, Колчин заявились представители спортивно-культурного клуба «Вместе», личное выступление, силовое троеборье, понеслась, сделали. Потом тут же я вам советую в течение получаса сразу это сделать же командой. То есть у вас уже есть система человек, там общее количество баллов будет. Но только Димарик, единственный, Лариса Ивановна, аккуратно. Единственное, там будет трудность. Помнишь, да, силовое троеборье, это выход силы. У меня выход силы все распорно. У меня 3 раза рекорд. Молодцы, здесь хотя бы сделать пятачок, уже будет хороший зачет. Потом после этого надо сразу приготовиться к элементам. То есть не балаболить, ни с кем, лучше все отнестись как... действия к адекватному. И что самое интересное, если площадку не получится собрать на новой набережной и не получится найти охрану, что такое, тогда значит будет на Фокс Звездный. Лучше там. Там уже все собрано. Это оранжевые турники такие, на которых в мае вы едете. Апрель или май это был. Черно-красный, да, Фокс Звездный. Оно прямо от набережной наверх поднимаешься. Все очень автобус идет в Саратов. Да мы поедем, мы все вместе поедем. То есть, либо, возможно, кто-то из родителей, либо мы организовываем таксон и прям выбегаемся. Автобус, нет, вы можете свои силы проверить на автобусе. 284-й, любой автобус до Славянской площади, любой. То есть вы приходите, например, туда на Славянке вышли, и спокойненько вдоль набережной. Это у нас еще 4 дня, поэтому все будет обговорено, все будет решено. Так, 8 из 8, да? Поехали. Кому на силовую, кому на резинку, и кому куда. Маты разобрали, все разобрали. Соединяйте, вот, соединяйте, пожалуйста. А, вы с музыкой решили, какая музыка будет? Нет. Что будете думать? Я просто любую попрошу, они мне любую включили. Зачем тебе любую? Иван, которая, давай «Туман войны», которая расскажет. Она там, она слов нет, там есть ритм, то, что вам нравится. Вы можете как раз зарядиться. Давайте я ее сейчас просто включу, вы попробуйте. А можно потом как-нибудь подсесть свои вкусы? А вот свои какие? Где сквернословные дядьки американские поют, ругаются матом, что ли? Нет, нету американских. Да? Вот одному «да» говорит, другому «не да». Кому «да» говорит? Дима «да» сказал. Ну там же ругаются матом. Для зала, который тут, там именно русские треки. Вот, смотри, какая штука. Сейчас объясню про композицию. Тем более, вот, допустим, да? Можно я вас в судью приведу пример? Вот, допустим, находится судья. Вот, представляете, Дим, сейчас пока делаю, просто послушайте. Представляете, людям там, коллегии судебные, им надо в течение там 5-6 часов соревнований, они кучу музона этого прослушают. То есть тыр, пыр, фыр, там нервики уже, как говорится, вообще никуда. Они будут 100% надо понимать, что судьи, представители команд каких-то, да, кого они тренируют. Помните, как этот процесс происходит? Да. Свои что делают? Ну, корректируют, нормальный, там лишний раз очкесы какие-то накинули, да, баллов накинули. То есть вы понимаете. Если вы включите нейтральную, но задорную композицию музыкальную, если вы грамотно обустроите, творчески надо обустроить процесс выступления, то тогда никого не получится закрыть глаза на это. Отвернуться, там, прозеваться, и этого не получится просто. По причине, по какой? Потому что вы сделали то, что репетировано и готово. Не как там полчаса кто-то бегает, и там магнезию ищет, руки намазюкать, а потом жалуются, да вот я магнезии не буду, еще что-нибудь. То есть не должно у вас вообще быть за это переживаний. А я хочу именно, чтобы то, что от нас хочет, ото всех давно хочет уже президент Федерации, да, увидеть творческий подход. Посмотрите.
посмотрите уровень москвичей. Опять, можно сравнивать уровень, который ребята, допустим, что там заграничные творили. Вот оттуда и пошла вот эта дикая музон. Нам надо немножко по-другому, по-русски это делать. Чуть-чуть по-другому, по-душевнее. Пусть даже занимаетесь с не совсем понятными для многих элементами, да, как это происходит. Многие даже понять могут, как вы там крутитесь, вертитесь. Но если творческий подход будет, то будет все по-другому. Вот смотрите. Значит, хотелось бы от вас увидеть вплоть до того, как вы будете выходить. Выходить? Я могу просто какой-нибудь... Первое, сразу, Иван, давай. Мы рассматриваем сейчас твой личный выход или команду. Просто могу чем-то сейчас легко. Ответ на вопрос. Мы сейчас рассматриваем твой личный выход или командный? Мой. Твой личный. От команды, да. От команды или твой личный? Мой. Ну давай, давай, братан, дерзай. Давай, покажи нам. Тем более, видишь, как срослось все. Думай. 2,5 минуты дается на выступление одного личности либо команды. Помните, 2,5 минуты. Не надо раньше убегать. Конечно, скользкий. А для этого что, растворитель, полотенчика? Что вы теряетесь? Не, просто надо раз в три залезть, а потом уже скользкий будет. И вот мне сейчас хочется увидеть, Димарик, подход к снаряду должен сопровождаться приветствием. Что такое? А потому что ты 8 из 8 не сделай разогревочный. Я на брусьях разогрелся. Помните, там брусья тоже включаем, включаются все. Я элементы на брусьях этого уже на соревновании так, я не буду 360 на соревнованиях делать. А если вы? Иксверинг будет. Димон, если ты с первого дыха не возьмешь иксверинг, второй иксверинг не делай. Делай уже что-нибудь другое. Парни, подсказка, если мы сейчас рассматриваем командное выступление, пока кто-то делает на перекладине, исполняет, остальные должны сделать статические элементы. То есть зависание, какие-нибудь укрепления, удержание. Хорошее, очень хорошее статическое действие, которое можно сделать в покое. Это, допустим, например, флажок с упором в плечо или флажок с упором в грудь. Как это может выглядеть? Сейчас, допустим, вот Иван... сделали. Прыгнул сразу обратно, нормально, мог сразу обратно. Это будет считаться как соскок. Вот смотрите, допустим, да? Идет действие. Кто-то, допустим, ну то, Артем, твоя очередь. Димарик, смотри, Артем подходит пока к турнику, либо кто-то подходит к турнику. Любой другой, надо просчитать, чтобы голова, ноги там в разных местах были, чтобы Иван или кто-то башку не снесли, да, вот туда не засунуть ее. Вот смотри, допустим, подходит. По команде там раз не раз, оп, встали, фиксация, раз, а он пошел делать элемент, давай. Я прошелся. Он просто прошелся. И как-нибудь там, оп, вот так должно быть отыграно. Вот это вам надо отрепетировать все. И другой Иван, пока он делает, тоже кто-нибудь подошел, даже вплоть до того, что вот он делает, где у нас жюри. Пока один делает, другие там раз, как бы хопа, стоим, ждем. То есть должно быть показано, делай самые простые, крокодильчики, мотодильчики, да? Самые простые действия надо делать. Очень важна будет поддержка, кто там будет находиться, потому что, еще раз, когда не очень много опыта участвует в соревнованиях, помните такой момент, кто не в курсе, да? Вот стоит, он выполняет, я из другой команды, Я прям подойду специально, чтобы настроения не было. Никто и не видит. Артем, сейчас будет 2 приза по 30 тысяч рублей, поверь, братан, будут делать. Но я хочу 30-ку принести нам. Я еще подойду вот так вот просто. Ну, у меня будут курсовать, это единица, там я буду. Это 30-ка, это 30 тысяч или 60 тысяч в купе. Представляете, может быть, кто-то поедет за этими деньгами. Надо понимать. Противовес этому должно быть другого. О, братан, давай! Оп-оп, вот это должно быть поддержка. Вот противовес этому. Судьи видят, когда все зрители заряжены. Когда все заряжены по слове зрители, там, ну, кто придут, это даже дается как бы плюсик прорисовывается. Мне надо увидеть. Да, Димарик, аккуратно.
Дима. Дима. 8 из 8 надо подготовительные сделать. Давайте, парни, с выхода со всеми делами. Покажите сейчас просто, как будто бы вы в команде. Стой, Диман, иди сюда. Иван, Артем, иди сюда. Вот, допустим, вы в команде. Сейчас вам покажу простой момент, как иди сюда. Как заряжается, да, опять. Ну, я представитель русского народа, как делали мои дедушки и бабушки, как они, когда надо было какое-то дело. Прям подходили. Можно, да, можно за трещину дать. Подошли, вот так. То есть руки ложи, руку ложи. Это хоровод. Нормально, нормально, прям сверху. Прям. Вот так вот качнул, можно прям раз, два, три, там, и пошел, прям пам-пам-пам-пам-пам-пам, быстро. И вот попробуйте, репетируйте прям все, реально это надо репетировать. Просто кто-то думает, ну там, помните, да, дай кулачок, выпрашивает Хоя, дай кулачок, дай кулачок, дай, да, да нафиг мне твой кулачок этот нужен, понимаешь, вот такая тема. Здесь надо по-другому, потому что те, кто находится, будут судить, они сами будут двигать свои команды, чтобы вы понимали. Давай, сразу ушел, сразу следующий, если мы рассматриваем как команда. Димарик, прям с лету, всегда с этой магнезией. А вот здесь стоп, стоп, погоди. Сделай прыжок, ты идешь и сделай запрыгни вот так. То есть ты идешь и подлетай туда. Давай. Нет. Вот так. И пошел. Давай. Прям ушел. Оп, все, понеслась. Чуть упал, надо вот так. Надо, конечно. Надо было вчера еще так сделать. Все, пошел. Я интереснее понимаю. Вот так вот. Спокойненько делай, соединяй. Статические, динамические действия. Теоретические. Не топой. А что у нас 180 потонул? Следующий сразу же. Он еще легче обычно. Прям запрыгивай, да. Нет, я хотел в клепку выйти. Ну, 2,5 минуты будет на все про все. Опять, не простаиваем, парни, не простаиваем. На одиночное выступление. Братья, пока стоите, вот смотрите, если, тем более, если командное, да, действие, тем более. Пока один делает, вы стоите, разминаетесь. Димон, ты задолбал чмокать, там вообще делать просто не получается, иди вот на грузь, на стойку. А что ты, кстати, так быстро, да, почему не соединяешь, например, там, статические действия, Диман? Что ты так быстро все это соскакиваешь? Ты расстроился, что у Никиты сосульку убрали, ты все-таки никак не успокоился. Ну, мне вообще он не интересует его сосулька. А ты к чему так грустный тогда? Чего? Просто, ну, из-за чего? Ты расстроился, что не поймали того хулигана? Нет. Ты расстроился, что тот хулиган не ты? Нет. Ты расстроился, что Никита не пришел на тренировку из-за того, что мы украли сосульку? Нет. А что ты из чего расстроил? Потому что элемент не получает. Так я же тебе говорю, братан, сделай 8 связок по 8 простых элементов, разогревочных. Все получится. Ты вы сразу сейчас пытаетесь сделать, потому что как бы вам хочется. Допустим, да, у Сергей Сергеевич хороший показатель. Вы можете сделать элемент, например, перед тем, как вы куда-то дели простые действия, которые будут понятны людям, куда он будет находиться. Если сразу финтовать и крутить, вот люди придут, чьи-то там родители, просто знакомые, они не увидят той красоты рисунка того, они не увидят. Если вы начнете с простого, и тут же сразу, Артем, прям тут же через колесо опять на перекладину, конечно. Если вы покажете с простого действия до крутого, тогда будет всем видна последовательность. А если вы эту последовательность убираете, то люди не увидят того рисунка и что вы хотите им передать. Либо вы просто хотите повыпендриваться, получается, и все. Вот здесь еще раз. Когда вы будете делать командный, либо единолично, не стесняйтесь стоять друг другу на подстраховке. Не стесняйтесь рядом быть, чтобы помочь. Слишком ты... Опять, восемь из восьми надо бы сделать, простенькие. Ну, Артем сделал, да, а у Димы что-то не хочет. Чё, Диман, ты вообще не в настроении? Ну это, видать, да, но на тебя кто-то там сыграл на тебя. Потому что, Диман. Спокойно, братан, не ковыряй мозоль. Не ковыряй мозоль. Ты чё? А? А зачем? Ну вот, смотри.
Вот, я же не ковыряю, видишь, даже пошло уже туда в глубь, вот эту, я не, хотя, может быть, и хочется ее отковырнуть, но зачем? Рано или поздно, она все равно отковырнет. Пусть лучше, пусть поздно, а можно сделать по-другому. Распариваешь сода-солевая ванночка, распариваешь, потом берешь... синтомициновую, либо стриптоциновую мазь, намазываешь, и она заживляет, она не будет разваливаться. Либо там какие-то облепиха есть, там еще разные мазь, она заживляет. У тебя будет просто такие, ну это я сравниваю, да? И на, посмотрите, как люди набивают кулаки, там каратэку занимаются каким-то, это, у них такие колотушки, здесь мозоли на костяшках, они их не срывают. Там у тебя будет здесь некие уплотнения, которые тебе под молодой кожей будут такие вот, как бы, как у Артема перчатки. У него тоже они есть, он просто их не хочет пользоваться. Ну, зато радовался, приобрел перчатулечки, да, за сколько? За 8 соточек? 6 соточек. За 6 соточек? А зря не носишь. Я ношу, когда у меня прям на горе болит. Докручивайте, делайте, думайте. Парни, еще раз, растяжка. Вы можете соединить статику и динамику. Например, действие какое-то. Поднялись. Подпрыгнули. То есть фиксация раз. Фиксация два. Фиксация три. Четыре. Вот 8 элементов, которые для вас вообще просто дадутся. Давай, давай. С подходом надо будет, мам. А что ты руку не вижу? Иди говори, что там очень много. Что вам делать? Наоборот, вообще можно поставить. Наоборот, у него сидя получилось. На ноги опять. Так ноги у тебя наоборот. А, ну это нормально. Сейчас бы ты мог руку, да. Прям. И все. Спокойно, сейчас мы это. Сейчас будете расстраиваться. Я просто то, что. Давай, Иван, я сюда ее откачу, а ты. Сейчас будете расстраиваться, если. Внимание сделаем на базу. Так, что, Серый, давай. Разогревочные. Yeah.
все расскажу. Парни, подсказка. Смотрите, Артем, сейчас ты будешь делать? Диман, смотрите. Вот подошли, прессинг исполнять. Подошли. Это называется идиомоторная тренировка. Представь самого себя. Подошел. Четко. Прям. Аж увидел. Аж мышцы продергались. Да, ты увидел, как происходит. Или ты, или он. Увидели. Подошли. Вздохнули, выдохнули. Подошел, сделал. Напоминание. Гонщики Формула-1. Всякие крутые футболисты, там, бойцухи, теннисисты. Вот это олимпийские, да, направления, олимпийские игры. Это разработано, это физиологически, там, это методика, которая была сделана, она, ну, примерно в одно и то же время в разных странах и связана была с олимпийскими играми, и очень было связано с гонками. Почему? Потому что человек постоянно не может гонять. Он садится, принимает удобное положение, в кресле дома или ложится, и он трассу эту в голове видит. Все поворотики, всю вот эту всю движуху. Называется идиомоторная тренировка. Конечно, это надо было еще делать вчера, как говорится, либо год назад. Либо надо заряженным быть сейчас. Дима, подготовь, подойди к этому, проще сделай, проще. Не хочешь? Какое? Почему ты именно хочешь именно этот элемент сделать? 360, да, ты делаешь? Почти самое базовое. Почти самое базовое, сделай еще базовое базовее. Еще сделай проще. Сделай на 180. А еще лучше, вот сейчас кто подходит, представь, вот что ты хочешь сделать. Подошел, прям увидел, глаза закрыл, увидел, как произошло. Ну и попросил там братунь, дай мне там братскую затрещину, например, или оплеуху, чтобы пободрее. Увидел, сделал. Сделай 180, потом сделай 360. Так, и давай, качай. Спокойно, конечно, все делай спокойно, везде успеешь. Понравилось? Все, если... возраст, возможности, силы позволяют переходить. Нормально все позволяет. Ну, может быть, кто-то есть, кто увлечен гимнастикой, с радостью поделится. Ну, может быть, с ним открыть, я помню, какие-то. Все, да, доброго вечера. Спасибо. Делаем, делаем, делаем. Конечно, представили, делали, увидели, сделали. Дима. Дима, братан, не грусти, иди на перекладинке, на параллельной брусице. Пойдем на брусице. Пойдем на штангу. Вот Артем, видишь, подошел, сейчас он ее загрызет, эту штангу просто. На, как это, я ваши штанги на обед ем. Типа того, Диман, да. Я знаю, ты пирожок скушал, поэтому тебе тяжело, я понял. Ты скушал пирожок. Просто Серега, Сергей Сергеевич, он знал. Он раз такой же. О, ну вот крутишь. Бодро, Димон. Крутишь бодро. Почему бодро так всегда делал? Да нифига ты не всегда, ты уже уходишь домой, когда не сидишь и... И вот делал вот так, значит, прикручивается. Всегда ты такой техник. А у тебя получалось? Нет. Нет. Так вот, наверное, нет. Поэтому и не получалось. А на той тренировке ругаем по турнику. Ударил несколько раз и все. Дим, давай передний вис попробуй. С ногой способный. Ну, нормально. Ну. Не, а что ты знаешь? Надо было подъем переворотом сделать из него. Но хорошо получилось, и что? Все получилось. Просто 2 секунды задержку сделать. Хотя желательно 5, конечно. И как бы 2 секунды задержка. Вообще класс. Да. Да, да, и было. Это самая первая техника. Мозоли жалко. Серёга, а ты кушал? Нет, я покушал. А то у тебя что-то жуё, а смотрю, ну, наверное, ещё всем достанется. Штаб ещё купил. Ты, Дим, вот сейчас хорошо прыгнул, но ты руки вот вытянул, как на топ больше. Если ты их полностью вытянул, то ты просто... Не, он вот так вот пятками проходит, по турнику. Парни, пацаны. Он мог схватиться сейчас за турнир, у него прям хорошая возможность была.
Парни, подсказка. Старая простыня, вот даже, да, она нам пригодится. Вот я принес, ну сам себе это занятие не буду вписывать, но если кто-то из вас простыню старую, толстую должно быть, что-то такое, ткань, там это, полотенце, оно занятие по-любому, но только добротное. То есть старая, старая, изнутри. Знаете, почему она рваная? Мне ее отдали, сказали, на, возьми, старая рваная, она четкая простыня, все, ну просто порвалась из двух сторон. И мы из нее сделаем какие-нибудь висюльки интересные, типа канат. Покупать канат достаточно дорого, сейчас тем более все это, все намного дороже. Из простыни можно сделать нормальный канатик. В том плане, что если вдруг есть что-то старое, не выкидывайте, подумайте, как это можно. Вы можете наблюдать сюда, если вы можете на уличных тренировках применить. Вот, Дим, ты сейчас ухватился? А что не повесил? Я на пальцах ухватился. Плохо было. Сергей Сергеевич, давай сейчас небольшой штукой займемся. Как ты смотришь? На, занятие небольшими штуками. Надо посмотреть, что у нас тканевое. Есть? Я не могу зацепиться за него. Вчера тренировался много, Диман? Я вообще вчера. Перетренил, может быть? Держи, стой. Я вообще не перетренил вчера. Если что, парни, турничок надо притереть, растворить его? Нет. Ну, весы дай. Иван, возьми весы, пожалуйста. Пометьте, взвесьте. Нормально, руки, самое главное. На турник могли вещи, я просто теряю. И чё? Плохо. Руки-то на турнике умные. Я всегда так делал. По мне не можно больше так пять. Так они там килограмм. Сейчас. Так, пока кто-то в ожидании нервов. Дим, иди сюда, чтобы нервы немножко успокоить. Задача обалденная, крутая игруха. Кубики против нервов. Смотри, что делаешь. Это для успокоения кубиков и немножко для, чтобы систему крепануть. Смотри, берешь задача, ставишь один в длину, один вот так. Как можно быстрее. Взял. Как можно я быстрее. Я не понимаю, залетаю или не залетаю, или... Помнишь, Серж, да, такую приколюшку? Нет, ты выстреливаешь вот так высоко, делаешь ты не наоборот. Берешь от того, что ты выстреливаешь, у тебя ноги вот так вот. Сейчас. Потом наоборот, прям быстро начинаешь. А от того, что у тебя ноги сомкнуты, я думал, ты типа недалеко просто вылетаешь. И не надо далеко. Потом опять наоборот. Я сюда прошелся, тема классная. Или я вот так, или вот так. То есть именно тебе надо, вот сейчас смотри, да, какая алгоритм, вот такой, то есть потом опять наоборот, допустим, да, чем быстрее, видишь, я тоже, да, притормаживаю, чем быстрее это получится, тем лучше, в одну, в другую сторону прогнал, все, успокоился, повернись лицом к парням, будешь смотреть, что они делают, ты сам, повернись лицом, не за дом, а повернись, да. Так, Серый, смотри, у нас есть тканевое. Раз. Один сейчас надо разобрать. Тканевые вот еще. Я бы надо сделать. Тканевые вот эти, которые разорвали. Плетки. По какой-то причине вот. Перестали. Вот ее надо вот эти починить. Сейчас мы просто смотрим. Вот, либо нам сделать не две длинные, а короткие из них сделать. Прям срезы сделать короткие.
снаряды, да? Боксерские все снаряды. Дим, хочешь подраться? Нет. Чуть-чуть. Не хочу. А зря, давай. Не надо. Нет? Зря. Скажи, пожалуйста, Дим, у тебя какой пояс цветом был? У меня был или оранжевый, или желтый. Или оранжевый, или желтый? Или желтый, говорю, по-моему. Вот мы нашли несколько поясов. Оранжевый. Представляете? А, здесь. Раз, два, три пояса нашли. Че, Диман, какой из этих твой? Оранжевый? Точно? Ну, а я не помню, что у меня зеленый был. Значит, надо вспомнить еще. Он подписан же был, скакал вместе? Да. Давай, братан, иди сюда, пояс нашелся. Парень, пожалуйста, тренировку с собой берите. Молодец. На. Он же? Ой, подпиши СКК с Солетин, ладно? Найди, потом напишешь. Будем сейчас еще искать хозяев двух поясов. Пояса нужны, пригодятся. Это лямки всякие, страховочные и прочее, прочее. Пока кубики поделаю, успокойся. Сейчас рюкзачок убери его, пожалуйста, или куда-нибудь. Только не оставляй, не теряй. Парни, с собой, пожалуйста, берите. Они реально могут пригодиться. Это потом, нам, наверное, придется как-нибудь ее всовывать. А, ну, что ты сделал, молодец. Вот, ну, возможно, нам придется их там разрезать на две части. Потому что если мы разрежем их на две части, у нас получится две гранаты. Дима, сколько ты весишь? Я тут 60. Я 76 уже нам надо убить эти длинные пучки, но это знаешь, почему? Да что они смеют, там, давай, да. Береза, перестались, зацепили. Тканевые петли, тканевые петли. Блин. Ну сейчас вроде не испугалась петляться, но как ты... Я снимаю уже. Дима сделал чуть-чуть, умственно отдохнул, поменял ребят. Они там, ты да, здесь. Да, кулачок не видно. Так, это вот для Лиса, она просто на с головой висит. Вот это что? Ну это вообще для правильника петель. Прямо не прибежи. Да нет, блин. Я вроде перележал так же. Просто, парни, если вы, например, занимаетесь подряд одним и тем же несколько дней, будет усталость. Надо хотя бы соединять. Которые говорят, надо там лево только делать. Да, все правильно, но этот отдых должен быть разумный. Применяйте этот отдых для гибкости. Для гибкости. Допустим, вот вчера вы грузанулись на улице, например, вчера грузанулись по физухе, по элементикам. Значит, в идеале, чтобы тело восстановилось, сегодня акцент надо сделать больше на гибкости. Это для рук и ног, чтобы висеть, просто подцепиться и висеть вниз головой. Или, например, чтобы подтягиваться так, чтобы руки подключить, и вообще они никуда не делись. Чувствуете, утомились чуть-чуть, поделайте в это, поделайте. Если нравится, то было там как-то, если я сейчас поставлю, то пойдет. Я Артем правильно сказал, да, что нужно два дня, например, два раза в неделю ходить, именно силовую тратить. Но никогда не будет того результата, который у тебя результат будет в начале, как за этот год, да, сколько у тебя пришло. Все-таки надо соединять отдых, чтобы он был не просто ничего не делал, я. А в вашем случае... Почему все это такое? Я вроде прокачиваю шпат, га, тик. А можно выбрать... Включить колонку и выбрать, под какую музыку мы будем выступать. А я вас давно уже спрашивал, скорее всего. Я выбрал две песни, но я типа вообще еще не определился так, чтобы рассмотреть выступление. Ну давай попробуем вот эти две песни включать, да? Димон, я вам советую, парни, опять же, если от спортивно-культурного клуба вместе, вы решитесь, я вам советую. Вот что-то такое, а еще даже лучше вот это конкретно. Но вы посмотрите, какие вам песни нравятся. Вы подумайте, поразумите, посоображайте. Еще одна. Как вывести нас вопрос? На мой снимать сейчас будем, думаю. На жесткую поставь, чтобы вес правильно был. Весы на жесткую поставь.
Я 76 какого-то перепугу вешу. Нормально, сейчас извините. Проверка. Если кажется, что вес неправильный, вот положите блины. Два блина по 10 килограмм. Положите и все.